Была лихая Сонька, ручка золотая, с рыжими кудрями, просто бриллиант. Приходила Сонька, глазками сверкая, в отелях и гостиницах всегда имела фарт. Приходила Сонька, глазками сверкая, в отелях и гостиницах всегда имела фарт. Ой, мама, мама, ой, ой, мама, мама, ой. Кто поет, ты? Ой, мама, мама, ой, мама, ой, ой, мама, мама, ой. Такие уже по традиции в наших видео первый здоровается Изя. Ребята, как он поет. Ёшкин ты кот. Друзья, всем привет, с вами Детский Клип Иван. Привет, мои хорошие. Эх ты, друзья, не шугайтесь. Так и начинаем. А начинаем мы что делать? Короче, сегодня будет одно из немногих видео, которые есть у нас на канале. Маленькое, коротенькое, но такие помидоры, что я сегодня исполню. Валерные помидоры. Ага. Вы влюбитесь в них просто по самые помидоры. Вот век на лодке не кататься. Короче, закуска мировая. Вот под любое дело, не знаю, под шашлык, под башлык, там хочешь там себе просто под кусочек хлебушка или под что-нибудь крепенькое. Ребята, запоминайте. Ингредиенты: помидоры, мед, зелень, лук, немного лимончика, масло, все. А, и базилик сушеный. Там нож, само собой, разумеется, оставил в покое. Так, это сюда. Короче, у нас сегодня не просто выступление, дай скажу. Там, короче, Марат уже с привоза едет, купил всю печень на привозе. И в следующем ролике мы будем с ним готовить печенка, три вида, тоже бюджетная, вкусная. Три вида паштета ты будешь готовить. А я что сказал? Печенка, три вида. А, три вида паштета из печени, ребята, таки да. А пока Марат едет, я нам быстренько закуску организую, правильно? Чтобы нам в следующем видео было таки что закусывать. Эх ты! Так, помидорки есть, мед есть. Да все, можем начинать. А что это с тобой случилось? Катюня? Я помидоры мыл. А ты помидоры мыл? Не свои, Валерины, елки-палки. Ты что, ёшкин кот? Что? Да, красивый ты. Струсился. Ну такая как это, и Валериным, и моим помидорам теперь приятно. Влажные, прохладные, та ты что, шикардос. Так, помидорки есть, это в сторону. Что нам понадобится изначально? Вот такой маленький тазик, любой, в который мы будем это все дело аккуратно складывать. Так, тоже чистенький. Чистюля. Эх ты. Вот он поет, ты слышишь? Изя. Угу. Молодец. Катюнька. А, что, Сергунька? Начинаем с помидор. Ты помыл теперь чухаешь? Я хочу быстренько сделать видео, чтобы люди не уставали у нас на канале. Да, так, жопки. Давай, до свидания. И вот такими там хорошими. Жопками будет. Толстенькими. Да ты что, забыла, что мы в ресторане готовим? А вдруг люди придут, а придут они по-любому, а мы угостим ее. Эх ты! Так, это я потом отдельно съем. Хорошо. Катюня, что, смычком по помидорам, елки-палки? Вот на кире. Нравится тебе? Да, я просто балдею. Так, это отдельно. Скажи мне, а ты будешь с нами наши помидоры есть? Я буду есть помидоры. Просто понимать, сколько мне помидор? Килограмм, я два, буду, полтора? Ну вот весь этот судочек делай. Да? Конечно, я еще и вечером поем. Все, а они чем дольше стоят, тем вкуснее получаются. Так что давай все стриги. Давай. Всю гирлянду. Не стесняйся. Всю гирлянду. Ну ты стриги, да? А я могу отдохнуть. Ты что, уже устала? Чуть-чуть. А, да, извини, тебе можно. Отдыхай. Так, а ты там кепки приготовил менять, что ли, в процессе решил? А, да, в какой мне лучше? Что ты меня отвлекаешь от... Так а ты что их повесил? Отдел. Мне вообще казалось, это одно и то же. Ага. Шо? Да, в этой хорошо. В этой? Это ты в этой меня пугал там? Такой злой, добрый. Нет, в этой. Нормально? Давай заниматься помидорами, мы же хотели видео покороче. На самом деле, еще раз говорю, ребята, удивите всю вашу компанию, родственников, и дети ваши запомнят, что помидоры такие можно исполнять по красоте. Оливковое масло. Ту-ду-ду-дун-ду-дун. Лей-лей, не жалей. Ты много. Я сейчас дам тебе венчик и будешь я просто знаю. Гонять. Базилик? Да. Лимончик, Сережа, бери. Я подсказываю. Беру. Так, лимончик. Половинки хватит. Не, давай еще. Да хватит, тебе сказал. Зря ты так. Эх ты, ничего не зря. А ну-ка. Мед. Мед. Вот этого добра побольше положи.
Да, так давай я так прямо вылью. Тут давай. Хорошие 2 столовые ложечки. Серьезно? Вот так вот, да? Угу. Да, пусть будет сладенько тебе. Да, а мы сейчас попробуем, если будет... ребята, а на самом деле регулируйте себе сами. Немножко сольки. Угу. Все. А, почти все. Я что хотел сказать, у меня уже год лежит. Ты видишь? Да нет, это нам подписчица с Германии наша дорогая, любимая прислала. Это заправки к салатам. Смотри. Одна кафе де Париж называется, а тут я тебе сейчас по-немецки быстренько зачитаю, что сюда входит. Тимьян, эстрагон, сальбельдильби какой-то, фрилен какой-то, орегано, розмарин. То есть русским плохо, а тут ты еще и на немецком решил. Да, короче, вот такая приправка. Ну я ее тоже все время ждал, когда же я ее куда ее добавлю. Вот возьму в наши помидоры, вот чуть-чуть вот так вот для вкуса и добавлю. Если там был просто базилик, ребята... то вот это вот шикардос. Ох ты шо, погнал мед с маслом растворяться. Мне кажется, лимончика можно добавить. Макни сюда свой пальчик золотой и проверь, надо? Так ты сейчас будешь макать. Все должно быть, как говорит Марат, в гармонии, понимаешь? Так. Все, тут пусть настаивается. Мне теперь надо аккуратненько исполнить чесночок. Хотя аккуратненько у меня не получается. Его можно чмякать. Я знаю, что его можно чмякать. И аккуратненько вот так вот измельчить. Давай. Просто я неоднократно наблюдала, как Валера делал свои помидоры. Очень деликатно, да? Да. Поэтому я могу позволить тебе подсказать, Сережка. Подсказывай, Катюша. Хоть ты немножко злишься на меня? Да не совсем, немножко. Порой бывает даже очень хорошо. Не, ну нормально, подсказывай. Так, есть. Чесночка тоже можно. Немного. Не стесняться. Ну как, ну зубчиков 5. Ну вот может 5 на все. А вот лучка можно побольше. Ух ты, ёшкин кот. Там наши уважаемые подписчики все время говорят, оператор, помолчи. Возьми что-то. Не, да, многие говорят, помолчи, а нормальные говорят, приготовь что-то. Так, ребята, она вас услышала и готовит моими руками. Давай, я еще по твоим чутким руководствам не готовил. Ох, Сережка, блюдо так блюдо будет. Шикардос? Ну, конечно. Маратика ценит? А то. Слушай, под такие куплеты, что исполняет Изя? Все будет хорошо. Катюшка? Да, Сережка. Лучок я правильно режу? Правильно, Сереженька. Тоненько? Тоненько, колечками, да, молодец. Интересно. Ты не издевайся, просто тяни прикол. Это ручки или нож? Мне интересно. В комплекте, наверное. Это ручки-нож. Вот, видишь? Единогласно. Да я все знаю. В смысле? Это я знаю, что ты знаешь, ты же дочь учителя, елки-палки. Тут это вообще ни, ты ничего. У меня очень все знаешь. Лучок колечками, как вот прямо на маринад шашлыка. Когда хочешь, чтобы красиво было, чтобы еще и лук там на шампуре висел. Все, порядок. Так, сухенькие, давай, до свидания. Готово? Что, можем наряжать нашу грядку? Давай. Что еще? А, таки зелень. Я люблю с кинзой. Извини, кинзы немає. Будет петрушка. О. Тю, опять перепугался. Мурка, хватит там этот засады свои устраивать. Опа. Давай, молодец. На помидоры уже пришла? Просто скажи, пришла. Катюня? А. Зеленушка вот прямо вот... Нежно-нежно, да? Не крупненько, а мелко. Я ответа не жду. Протежи, Валерина. Я засмотрела, Сережа. Как ты это делаешь? Но ответа я так и не услышал. Зелень мелко резать или крупненько? Нет, мелко резать. Вот эти хвосты не надо туда резать. Так они самые вкусные, самые сочные. Ты хочешь, пожуй, возьми. Ёшкин кот, как с тобой готовить? Да жить-то я уже справился. Готовить я еще с тобой не пробовал. Свыкся уже, Сережка.
Давно ты это понял? Да с каждым разом что-то все больше и больше. Понимаешь? Ага. А? Ты готова? Готова. И я готова. Так, что понеслась. А теперь в этом блюде самое сложное, вот это взять, все аккуратненько дело и выстелить. По-моему, надо с помидор начинать. По-моему, давай ты уже помолчишь, я уже терпел все видео. Так я, слышишь, еще раз пою. Была лихая Сонька, ручка золотая, с рыжими кудрями, просто бриллиант. Приходила Сонька, глазками сверкая, в отелях и гостиницах всегда имела фарт. Это я обращаюсь к той Соньке? Ага. В Одессе такие это имя знаменательное. А если у тебя еще рыжий кудри, ёшкин ты кот, чтоб ты нам была здорова. Это пока оператор не слышит. Помидорки. Ребята, вот так вот аккуратненько в один слой. Угу. Катюня, давай. Мне надо, чтобы ты как-то стала со стороны, угу. Чтобы я не мешал тебе снимать. Немножко чесночка, немножечко вот так вот зеленушки. Нектар. И нектар. А как ты будешь это поливать? Ложечку надо? Я могу аккуратно и с мисочки. Но это будет слишком много. Кого? Они все равно потом все пропитаются, еще и помидорки. Достаточно пустят все. Сок. И помидорки еще пустят сок. Ага. Так, лучок. Угу. Опять. Он просто нервный сегодня. Им надо постоять. Или я много говорю? Я думаю, ты очень много говоришь, а я вообще не нервный, все нормально. Не, Катюшка. Я сейчас прямо на самом деле испугалась, Сережка. Серьезно? Да. Эх ты, деревня, елки-палки. Лучше я буду уже молчать, не, ты меня не пугай, я пожалуйста. Я же тебя подыграл. Ты, мне балда моя пугаться. Любимая. Я тоже, кого это от меня она испугалась? Эх ты, а я-то думал. Оп, шикардос. Наша вот, песня хороша. Вот Марат удивится. А он скажет, что Валера приезжал? Я скажу, Маратик, нет. А мы сейчас Валере фотографию отправим, а? Я тогда лично. Валера приедет. Ничего, пусть приезжает. Конечно же. Так, помидорки. Я, кажется, много врезал. Не-не, немного. Прижмешь, если что. Да, пусть будет плотненько. Или маленький боксик у нас. Сереж, ну все. В следующий раз в кастрюле 4-ведерной исполним. Была лихая Сонька, ручка золотая. А я бы чесночка бы еще добавил бы. Хотя все должно быть аккуратненько, да? Угу. Ну а вы, ребята, за нами сильно не подсматривайте и добавляйте ровно столько, сколько вам надо. Все, последний слой нашего Наполеона. И в холодильничек, да? И в холодильничек буквально. Да буквально вот как Марат приедет, так и откроем. Так а мы что-то приготовим? Минуты, а? К ним что-то приготовим? Мы одни помидоры есть будем? Мы будем сегодня готовить три вида испеченки, из печени, или как там правильно говорится? Паштета. Три вида паштета, во, о. Три вида паштета, а пока мы будем готовить, будем закусывать помидорами. Из печени. Да. Ох, видишь, какой густой. Это вот самый так нектар такой вкусный. Это самый мед остался, вот мы его сюда и добавляем. Все, ребята, рецепт почти готов. Я не знаю, насколько получилось это видео, но думаю, в наших видосах оно займет первое место. По короткости. Или как правильно сказать? А? По коротковизне. Тихо. Вот так вот. Это выглядит? Угу. Вот запоминай, когда приедет Марат, здесь, наверное, должно быть вот так вот. Угу. Ферштейн? Так что, ребята, надеюсь, вам рецепт понравился. Ага. Пишите в комментариях, как оно вам. Валерные помидоры. Лично мне такое себе. Очень-очень-очень нравится. Блин, у нас уже ни один стол не обходится без валерных помидор. Шо? Ты все видео снимал со шляпой такой на голове, знаешь? О! Что ты сразу не сказала? А я любовалась. Проси помидор. Все для тебя исполню. Еще и нет-нет, да за огурцом сбегаю. Короче, друзья, я от всей души, пока не приехал Марат, для вас готовил помидоры. Одесский Липован. Всем пока-пока. Хорошего вам замечательного настроения. Чао!